Сегодня в США отмечают день доения коровы во время полета в самолете. 18 февраля 1930 года буренка, известная как Нелли Джей, поднялась на борт воздушного судна, где ее и подоили. Предполагается, что таким образом ученые хотели узнать, как на животных влияет воздух. Какие еще странные праздники существуют и отмечают ли их мирницы, узнавал наш корреспондент. Какие странные праздники вы знаете? День сурка, например. А еще? Больше не помню. Странные праздники? Нет, только традиционные наши. День доения коровы? Ну, не разве странный праздник? Ну, как бы тоже странный праздник. Но я сама деревенская, для меня это, кажется, праздник. День повара. День подстрижек. Ну, вот такое все. День кукол. Вчера, например, день доброты был, или позавчера был праздник, день доброты. А вообще такие праздники нужны, как вы думаете, всякие даты? Ну, не помешает. Кому-то нужны, кому-то как бы они не лишние будут. Ну, может быть, лишний повод, наоборот, порадоваться. У меня каждый день праздник. Что не день, там живой, и слава Богу, и слава яйцам, вот и все. Каждый день встречайте, как последний, как секунду. Живите каждую секунду, живите, каждую минуту, любите своих родных, близких.